Дистанционный курс «Анестезиология и реаниматология». Для кого он будет полезен? Обычно его берут косметологи с целью повышения квалификации. То есть, когда вы знаете все про косметологические услуги, это очень классно, это здорово. Но когда вы еще и сверху разбираетесь в медицине, это вызывает больше доверия у ваших пациентов, у ваших клиентов. И они, конечно же, с радостью к вам ходят, ходят пожизненно и советуют вас своим друзьям и коллегам. Поэтому повышать квалификацию нужно регулярно, постоянно. Для тех медиков, кто прошел базовое обучение, да, кто прошел лечебное дело, для них тоже как повышение квалификации этот курс будет идеален. Давайте пройдемся по программе, что у нас входит, и я вам покажу, что у нас вот такой вот диплом вы получаете о повышении квалификации, он называется, и отправляем этот диплом в течение трех дней курс на электронную почту, а диплом вы получаете в течение 10-14 дней на почтовый адрес. Итак, освоив курс «Анестезиология и реаниматология», вы научитесь бороться с анафилактическим шоком и другими видами шоковых состояний. Кстати, вот для косметологов это очень важные и полезные знания. Они содержатся в других курсах, например, медицинская косметология, оказание первой помощи в кабинете косметолога. И вот в этом курсе тоже есть знания, как бороться с анафилактическим шоком, потому что это самое опасное и самое вероятное, что может случиться в кабинете у косметолога. К этому нужно быть обязательно готовым и обязательно знать, как оказывать помощь пациенту. Далее, вы научитесь оказывать помощь при сердечной патологии, кардиологическая реанимация, лечить неотложные неврологические состояния, инсульт, травмы головного и спинного мозга, оказывать первую врачебную помощь при всех патологических состояниях, правильно рассчитывать дозы препаратов и составлять схемы лечения пациентов при всех видах патологий, интубировать пациентов, обеспечивать их респираторной поддержкой и инфузионной терапией, вводить пациента в медикаментозный сон, общий наркоз, и применять все виды регионарной анестезии. В программу саму входит вступительный экзамен. Первый год обучения программа, второй год обучения полностью программа по COVID-19. Очень большой блок информационный, выпускной экзамен и, собственно, само руководство. На экзамен, на вопросы вы отвечаете по желанию. Если в этом есть потребность и необходимость, вы самостоятельно задаете вопросы мне в личные сообщения и отправляете ваши готовые ответы на эти вопросы. Но еще раз повторюсь, это по желанию. Диплом отправляется сразу после оплаты в течение 10-14 дней на ваш почтовый адрес. Всем желаю много довольных пациентов. Все время учитесь, все время повышайте свою квалификацию, и у вас будет постоянный приток людей, довольных клиентов, довольных пациентов. И как следствие, вы будете увеличивать свое благосостояние и стоять на надежной опоре. То есть те знания, которые вы вкладываете в себя, в свое развитие, они как вот этот вот панцирь огромной черепахи и три слона, да, вот, и вот этот панцирь, на котором вы стоите, вот он такой вечный фундамент. Поэтому всегда вкладывайтесь в себя, в свои знания, они обязательно вам в жизни пригодятся, и вот в наше непростое время это самая лучшая инвестиция.